13 сентября – единый день выборов, но досрочное голосование уже началось. Сегодня представители избиркома рассказали о нововведениях этого года. О том, как выглядят новые бюллетени и зачем фотографироваться в кабинке для голосования, расскажет Алия Арзаева. Предвыборная гонка в самом разгаре. К выборам готовятся не только кандидаты, но и члены избирательной комиссии. Сегодня журналистам продемонстрировали новые бюллетени с разными степенями защиты. Вот образец избирательного бюллетеня по единому областному избирательному округу. Вот такой. Их будет, как вы понимаете, 38 видов, как и полагается, потому что у нас 38 территориальных избирательных групп. А чтобы явка в день голосования была высокой, избирком осваивает новые способы привлечения молодежи. Впервые в истории нашей области объявлен конкурс «Селфи». 13 сентября нужно сфотографироваться на избирательном участке и разместить фото в социальных сетях с хэштегом «Я избиратель НСО». Интернет на сегодня является одной из достаточно широких коммуникативных площадок. И мы стараемся в этом сегменте информационном присутствовать. Вы знаете, что у нас есть 3 страницы ВКонтакте, у нас есть в Фейсбуке, у нас есть в Одноклассниках. И мы стараемся эту информацию поддерживать, потому что пользователей достаточно много. Но целеполагание одно – это мотивировать избирателей, семьи прийти на избирательные участки. До начала конкурса еще 10 дней, а вот досрочное голосование в городе и области уже стартовало. За первый день свой выбор сделали 0,08% от общего числа избирателей. Алия Арзаева, Олег Сурков, новости ОТС.